Все еще нет подписки на канал? Подпишись! Ладно, понятно. Слушай, клянусь, в этом баре у всех есть девушки. А ты думала так просто найти кого-то для бессмысленного перепихона? Ты что делаешь? Мой бывший Райан меня заберет. Мы же сюда пришли специально, чтобы ты о нем забыла. У меня с собой салфетка для лица и запасные трусики, так что с кем-то пересплю, даже если это уничтожит меня морально. Звучит как отвратительная идея. А так и есть. Каждый перепихон такой. Почему он ничего не делает? Может, он реально хочет фильм посмотреть? Так, Такер, подвинься к ней. Просто положи руку ей на плечо. Я что, сексисткой стала? 21 век, девушки тоже могут делать первые шаги. Положи ему руку на плечо. Петюнечка. Твою мать, это что сейчас было? Петюнечка, серьезно? Так, ладно, это тупо. Очевидно, что она пришла перепихнуться, чувак. А может, ей все-таки не нравлюсь? Да, короче, просто спроси, хочет ли она поцеловаться. Просто скажи ему, что ты хочешь. Ничего в этом странного нету, давай. Ты занимаешься сексом? Я так возбуждена. Мы в итоге дошли до второй базы. Ну, типа, мы бейсбол смотрели. Ладно. Так, дружище. Сегодня большая ночка. Келли точно хочет нас, и мы должны с тобой играть в одной команде. И ты должен не подвести. Не свалиться, но тебе быть сильным. У тебя там все в порядке? Да, Келли, секунду. Ну что, погнали. Подожди секунду. Что-то не так? Нет, я просто еще раз в ванну отойду. Дружище, ну что происходит-то? Мне тебе только одна вещь нужна, и ты этого сделать не можешь. Я что, плохо к тебе относился? Да-да-да, прости, я просто что-то разнервничался. Но все нормально, я готов. О, боже, я же тебе постоянно массаж делаю. Массаж просто невероятный. У тебя даже никогда Венеры не было, и ты так меня благодаришь. Ну, в смысле, мы не так давно на пляже были, ты там мандавожек похватил, ну знаешь. Иногда я даже штаны спускаю, когда смотрю фильм, чтобы ты просто мог со мной его посмотреть. Я нормально выложусь, что ты как хер себя ведешь. Окей, я не иронизирую, все будет клево. Так, давай вот это наденем. Да. Люблю тебя, дружок. Люблю тебя, папаня. Фон, мое ухо сосал. Привет, Рэйч. Привет. Жаркая ночка. Еще как. Если так можно сказать о горячем насыщенном сексе с абсолютным незнакомцем. О, крутяк. Именно. А ты хорошо. Спасибо. Рэйч, ты опять ходил на эту поддельную стыдливую прогулку? Да, и Джо был в коридоре и полностью поверил, что я спала с незнакомцем. Чего тебя волнует мнение Джо? Влияние. Рэйч, это бессмысленно. Влияние, Элли. Ну ладно. Прости, у меня кошка на кровати уснула, мы не перепихнемся сегодня. Стой! У тебя резинка есть? А, да. Так, ща. О, блин. Закончились. А сколько там было? Не знаю, пачек 12. 12? То есть ты спал с 12 различными бабами или с одной 12 раз, а потом бросил со скуки? Нет. Ладно, тебе очень повезло, что ты мне понравился, и я не буду к тебе придираться. У меня, может, завалялась парочка. Хорошо. Ну, блин, у меня тоже закончились. Сколько их было в этом ящике? Не знаю, это набор был где-то сотня. Мы целовались с языком, душа беременна? А, невероятно. Эй, Чип, у тебя была прошлой ночью дуэль? А, чувак, вчера... Мы с Алисой переспали. Стой, 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 стой. Ты теперь мужчина? Да, мы целовались. Чип, целоваться не значит переспать, там кое-что получше. Вообще нет, секс коротко и ясно. Тебе-то откуда знать? Да ладно, ты стебёшься. Так, простите, но вы оба ошибаетесь. Перепихнуться — это когда берешь женский и вставляешь в свой... Оборачивайте. Потом вы берете садовый шланг и обматываете друг другу... После вы... еще кровь. Потом берешь заправку для салата и обмазываешь им все. А потом...
Назад, вперед, назад, вперед. Это надо делать очень агрессивно, так что не повредись. Но потом надо позвонить отцу, что он тебя забрал, потому что будешь плакать всю дорогу домой. Чё, блядь, с тобой не так? Все. Я всегда готова к встречам на одну ночь. Я с собой кровать таскаю. Спасибо, что снова вчера меня пригласил. Я рад, что ты пришел. Снова. Ну, ты понял. Да, понял. Но... Хочешь позавтракать? Конечно. Ну так, что дальше? Стоит ли нам вместе день провести? Ну да, я об этом. Но... Хочешь снова переспать? Конечно. Клёво. Год спустя. Ну, может, поженимся? Ну да, давай. Хорошо. Хорошо. Пойду нашим кошкам скажу. Давай. Давай спешим от женихов. Доброе утро. И тебе доброе утро. Ну, я предполагаю, что ты теперь моя девушка, да? Эй, ставь лайк, просто потому что можешь. Перевел Алён Лопатина, озвучил виски. Ага. Это